Че там, кто плачет там, детишек? Хорошо. Хорошо, хорошо. А, ну это я помню. Слушайте, а скорострел нормально, мне кажется, мы прокачали, да? Так, а чё это? Вы чё, офигели, что ли? Фига у нас. Провизии нормально, я скажу. Чё, думал, уже убишь меня? А это, видимо, корабль упал, да? Ну, понятно. Идем дальше. Так. Птичку уже не влазит. Вообще уже ничего не влазит. Хорошо играем. Значит. Ё-моё. Что за звуки? Да. Почему звуки откуда-то с другой стороны? Детонация вообще капец. Так. О! Давай. Блин. А чё выкинуть-то? Ну, да блин, аптечек. Бросить. Вот эту хрень тоже бросить. Всё. Ну, это не надо, ладно. Не, я точно на среднем играю. Чуть как легко. Ой, это вообще... Люки у тебя. Вот это был горячий пояс. Вот, блин. Ясно. Давай, открывай. Все? Ну, хорошо, раз все. Блин, вообще нет, уже не патрончики. Благо силовые узлы влазят на полный, просто на максимум, на бесконечности. Этим. Креды влазят. То есть толстый кошелек, однако. Так, что-то я... Замечу. Так, отлично, идем дальше. А, нет, дверь закрылась. Так, еще. Билетные, друзья. Это что такое было? Кто в меня сейчас стрельнет? Как он меня в этот раз попал? Креды, кред берем. А, давай, полетели. Там я вижу уже заветную дверку впереди. Я жму. Еее.
почему дверь тогда открыта? Ладно, не важно. Мы скоро так патроны будем продавать. Ха, тут забавно. Из-за того, что слишком много дают. Надо было более сложнее выбирать. Там в игре можно уровень выбрать. То есть во время игры. Так, ну это мы знаем. Патрончики, во, вот это берем. Какая-то хреновина, даже не очень похожа на предыдущую, как раньше было. Здесь можно чуть-чуть, здесь мишки. Что еще там? Ой, вот это опасно. Надо быть осторожней. Воу-воу-воу! Ты чё? Чё, отстрелил, что ли? Фига, рука отвалилась. Ладно, хреново. Отлично. Data, I need a new route. What happened? I thought we lost you. Unscheduled stop. Where am I? How did you end up there? Hang on. This won't be the most, but it'll get you to the Cassini Towers residential sector. Damn it! Tymon has the signal again. Keep moving. Okay. You're very important to them, Isaac. Hold tight. I'll contact you soon. А тут силовой узел. Фига я крут. Отлично, друзья мои. Мне уже нас сохранило. Так, ну нам уже креды просто не влазят. Кстати говоря, там, по-моему, это какая-то схема, да. Импульсная винтовка. Так. Значит, нам надо... Нам надо что-то выкинуть, потому что... Знаете почему? Потому что, по-моему, если мы не подберем схему, то у нас... Ну, все равно... Ну, у нас будет там импульсная винтовка читерская, но она не будет за креды стоить. Да. Особо импульсная винтовка не нужна. Кредо. Хорошо, 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 отлично. Сохраняемся, конечно же.